Всем привет! Один из моих подписчиков попросил меня рассказать о поддонах, которыми я пользуюсь в своих клетках. В общем, поддоны я не покупаю, поддоны я делаю сам. Купил лист оцинкованного металла и сам их выгибал. Вот в последних таких двухъярусных клетках я сделал цельный поддон на всю клетку. Мне неохота его вытягивать, птица мне очень это нравится. Вот видите, в общем, здесь цельный он. Вот место постановки его. Вот сделано немножко ниже двух ячеек, а переднее сделал немножко выше, решил так. В общем, вот так вот оно выглядит. Все просто, как смог, я не жестянщик. Может быть, тут как-то неаккуратно, некрасиво, но вот в другой клетке, но та клетка изначально предназначалась не для птиц. И здесь остались у меня поддоны маленькие. Тот самый принцип. Все то самое, только меньше. Ну, скажу, с ними удобнее, с маленькими. Их можно хорошо мыть. Вот в одном вот я ручку даже приделал. В общем, ну, ваше желание, как говорится, материалы можно делать. Допустим, поначалу я делал, у меня оцинковки много не было, брал любой другой металл там со старого холодильника. Не хватало, я борта делал эти деревянные. На низ прибивал, но, конечно, попугаи грызут, это не очень хорошо. Хотя для попугаев полезно. Так что, в общем, в этих поддонах ничего особенного нет. Все самодельное. Тут уже руку немножко набил. Чуть-чуть лучше получались поддоны. Вот здесь на всю клетку он. Видите, если я вынимаю, то видно нижних попугаев. Все, не буду я больше беспокоить. Клетка грязна, не ругайте, потому что сейчас у них гнездовой сезон, не хочется лишний раз беспокоить. Уже когда птенчики выйдут из гнезда, тогда я буду наводить порядок. Тут уже наш друг подрос. Вот такой он уже. Все. На этом видео заканчиваем. Будут вопросы, пишите. Вот тут хорошо, кстати, видно вот сбоку. Хотя лампа и засвечена чуть-чуть. Конечно, есть немножко мороки в разметке. Сложного ничего нету. Времени занимает взять один поддон. Но у меня заняло, наверное, около часа. Это с разметкой совсем, с вырезами. Жаль, сложно еще нету, просто чуть труда. Ну все, всем спасибо. До новых видео.